Это «Давеча», и мы продолжаем. Если у вас все еще холодно, ждите, скоро потеплеет. Отопительный сезон в Кировской области решено продлить. Такое поручение дал в РИО губернатора Александр Соколов. К нему в телеграм-канал поступило множество обращений от жителей. Какие объекты уже подключили, а какие на очереди, смотрите в нашем следующем сюжете. Май завершается, а отопительный сезон продлевается. Кировчане пожаловались в РИО губернатору Кировской области на то, что мерзнут, написали в телеграм-канал. Александр Соколов поручил возобновить подачу тепла. Во многих социально значимых учреждениях, детских садах, школах и больницах батареи уже нагрелись. В детской областной больнице на сегодняшний день очень комфортная температура. В учреждении у нас бесперебойно подключено отопление, учитывая, что метеоусловия у нас на сегодняшний день не позволяют оставаться в детском учреждении без отопления, поэтому мы с удовольствием приняли такую помощь. Понимаем прекрасно, что начался уже период ремонтных работ, где-то уже прошли опрессовки, где-то людей отправили в отпуска. Значит, вместе с тем ставила задача сделать все возможное, чтобы и людям, которые у нас болеют, и деткам были более-менее созданы комфортные условия во всех районах области. Организована работа во всех муниципальных образованиях, как вы сказали, в первую очередь на объектах здравоохранения, образования и социально-культурной сферы. Практически во всех муниципальных образованиях данная работа проведена. Отопление появилось во всех районах Кировской области. Там, где возобновить подачу тепла от котельных невозможно, поскольку уже прошли опрессовки и ведутся ремонтные работы, установлены обогреватели. Глава администрации Кирова рассказал, что все службы оперативно отреагировали на постановление о запуске систем отопления. Акцент был сделан на запуск объектов социальной сферы. Из 333 заявок по объектам социальной сферы, которые поступили в администрацию города, 268 объектов на сегодняшний день запущены. И объекты социальной сферы продолжаем запускать. К сегодняшнему дню запустим все объекты. Александр Соколов поручил главам муниципалитетов лично контролировать температурный режим в социальных учреждениях, особенно детских, а также обратил внимание на то, что важно учитывать мнение людей и не подключать к отоплению те дома, где, по мнению жильцов, в этом нет необходимости.